Imagine Radio. Saint Petersburg. Рок-музыка может быть простой и не совсем. Некоторые любят усложнять. Получают удовольствие от непростых ритмических рисунков и накрученных гармоний. В 9 вечера во вторник на радио Imagine программа для любителей музыкальных лабиринтов прогрессив-рока. Волшебная нить Ариадны. Видеотрансляция программы на нашей странице ВКонтакте и на сайте imagineradio.ru. Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск нашей замечательной программы под названием «Волшебные нити Ариадны». Да, я тут как на коне скачу, потому что пытаюсь поместиться в этот экран наш небольшой. Итак, сегодня на нашей палубе следующие замечательные люди. Наталья Клещенок. Это у нас Феникс, Акапелла Проджект. Сразу хочу сказать, сногсшибательный, замечательный коллектив. Я таких талантливых людей не видел давно, а живьем так и вообще в нашей стране не видел. Вот еще один человек, попозже я его назову, видел. Вот такого же уровня таланта. Значит, Марьяна Пунцагина, барабанщица, она же клавишница группы Take Me Far Away. За ручками сегодня барабанщица, она же не клавишница, а только лишь барабанщица и замечательная девушка во всех отношениях, Лера Волкова, она же играет в группе Тиби Даба. Добрый вечер. Добрый вечер всем. И топовый гость, топовое место, топовое время. Великолепный человек, мой друг на протяжении 32 лет. Точно. Да, вычитал я сегодня, пока тебя ждал. Сергей Рогожин, заслуженный артист России, ни много ни мало. Добрый вечер. Вот, замечательный человек. Я надеюсь, сегодня программа у нас получится. Сережа у нас первый раз, прям вот практически... А девчонки были уже? Были, да. Ну, они тут завсегдаты. У меня, видишь, какая музычка притягательная, они ходят все время. Mm-hmm. Вот. Итак, дорогие друзья, чтобы долго не затягивать эту всю историю, я сегодня принес кучу-кучу музыки, попытаюсь повторить попытку, значит, концепт свой, а именно волшебную нить Ариадны, все-таки сегодня осуществить. Будем надеяться, что в отличие от Олега Гаркуши, Сережа Рогожин, извини, Сережа, что я так по-небратски тебя называю, не Сергей mm-hmm. Львович там, yeah. а вот просто Сережа. Ладно, хорошо, окей. Ну, ты меня простил. Вот, мы будем сегодня... именно, так сказать, не дурака валять, а хорошие вещи говорить о хорошем искусстве. А что, Гаркуша дурака валял? Валял. Даже у кого согласись, конечно, он всю жизнь валяет, что же делать? Итак, начнем опять-таки с американской группы под названием Spokesbeard. На сей раз я взял альбом под названием Snow, снег переводится, 2002 года. И композиция самая первая с двойным названием «Mad Alive» или «Увертюра». Идет она 5 минут 32 секунды. Начинаем наш разговор. From a world that's never ending. From a sky beyond the skies, a child is born and love is made alive. Like a flaw that seeks perfection, with a will that will survive, a child is born and love is made alive. Thank you.
Вот такая музычка. Это альбом 2002 года. Он заключительный альбом с участием Нила Морса. Я уже рассказывал эту печальную, тем не менее, с хэппи-эндом историю, что у дочки Нила Морса был обнаружен рак сердца, и как бы все врачи сказали, что опустили руки и сказали: «Извини, друг, она умрет». Вот. И он тогда обратился к Богу и сказал: «Господь, если ты не заберешь мою дочь, я буду твоим слугой». Так оно и вышло. Он ушел из группы и стал пастором. И стал каждый год по два, по три альбома такой музыки, такой не спиричуал, а такой церковный. Да, госпел, скорее так. Писать. Вот, стал прихожане к нему стали, значит, ну, стал пастором, короче, он. Тем не менее, не бросил свой прогрессив, любовь к прогрессивной музыке, сделал Нил Морс Бэнд, такой у него есть, и также кучу-кучу проектов еще вписался, встал на ноги, дочке, слава богу, у него все в порядке, вот, она, значит, у него взрослая уже, по-моему, у нее и внуки есть. Короче говоря, все, эта история закончилась благополучно, и даже вам скажу больше, в год назад, в честь 15-летия выхода этого альбома, потому что тура этого альбома не состоялась, они в старом составе собрались все, и сделали как бы концертную версию вот этого самого альбома. Альбом большой, концептуальный, двойной, замечательный. Итак, альбом Snow, 2002 год это был, группа Spock's Beard, последний с участием Нила Морса, потом о нем пойдет немножко дальше речь. Итак, дорогие друзья, предлагаю вам всем сказать что-нибудь, что вы об этом думаете. Я думаю, знаешь, что такое? Вау! Ты знаешь, ты вот начал эту историю рассказывать, и я подумал, что, видимо, самое правильное обращение в момент, когда происходит какая-то трагедия, это все-таки обращение к Богу. А потому что у нас бы, например, я так думаю, обратились бы к фанам, в соцсети, к зрителям Первого канала, начали бы собирать бабло на какую-нибудь дорогущую операцию за рубежом. Типа это все происходит, значит, и так за рубежом. Значит, операция должна была бы быть в совке в таком случае. Вот. На это бы стали собирать деньги. Потом бы это все не получилось бы все равно. Денег бы оказалось все равно много. Операция уже оказалась не нужна слишком поздно. Деньги стырили. А после этого несколько, ну, такой полугодичный фейерверк по различным каналам. Там у Малахова, детекторы лжи. Все друг с другом судятся. Кто-то на эти деньги купил дом там и так далее. И так далее. Такая сага о форсайтах. Народ малюха отвлекся. Не заметил, что там пенсионный возраст подняли. Вот, и вообще все круто. А там уже и чемпионат. Вот. Но вот это такая предыстория. Самое главное обращение к Богу. Что касается музыки, знаешь, мне сейчас напомнило ситуацию, значит, мне сейчас 55, дочке моей 31. А когда был разговор, ситуация, она училась, по-моему, в 8 или в 10 классе. То есть это было достаточно давно, там, ну, не менее там 12-15 лет назад. У них была какая-то мода тоже на ретро. Вдруг они стали слушать там Led Zeppelin, всякое вот. Знаешь, бог знает что, как бы я сказал, да, сейчас. Вот. И вдруг она такая приходит на каком-то пафосе, такая вся со школы, и с таким же пафосом мне говорит, ну, это надо было видеть еще выражение лица, она мне говорит: «Пап, а ты хоть знаешь, кто такие Deep Purple?» Меня, знаешь, у меня пошел пар из ноздрей, из ушей. Я был весь в таком, в праведном гневе. «Кто я?» Вот. Но было интересно. Вот сейчас я приблизительно слушал музыку с таким отношением, что как бы это для тех, кто не знает, кто такие эти группы, да, то есть вот эта вот музыка, это для них попытка такого ретроспективного... Ребайвала. Да, возможность окунуться в этот саунд, в это звучание, и я бы даже сказал, в конструкцию, да, вот этого всего. Into your eyes, we were too young and you were too wise. And in the midst of our demise, you always saw through my lies. I think I was scared of you, but what does my vision of you have to do with the person you are? Where are you now?
harder than before. There's the scent of perfume around you. But are my memories true? Or is it like when people die and you lie to yourself to forget all that was really bad? I think I was scared of you. But I love are in your favor once more. It's me versus the Ариадны. Программа о прогрессивной музыке. Чего ты делаешь? Как ты командуй. Ай-яй-яй. Ну вот, прозвучал коллектив Gunfly. Это стороннее такое увлечение, хобби такое вот лидера группы Birdfish, которая, к сожалению, приказала долго жить в 2015 году. Ребята попрощались достойно, выпустили последний заключительный свой альбом в 2015 году. Прекрасный просто. И вообще, все их творчество замечательное, крепкая совершенно команда. Но вот по причине того они развалились, что Ригард Чоблом и барабанщик группы Spokesbeard, который мы с вами первые слушали, первым номером, объединились в другой группе, которая называется Big Big Train. И вот сейчас мы с вами, а потом обсудим как бы все вместе, да, потому что они довольно близкие. Это очень коротенькая инструментальная вещь, хотя здесь 5 вокалистов замечательных, вот, в этой группе Big Big Train. Но мы с вами послушаем 3-минутную инструменталочку.
всего лишь, навсего лишь, чтобы, так сказать, сохранить свежесть восприятия, не очень там путаться, все такое. Наша ведь задача стоит, чтобы вы побольше наоткрывали для себя новых имен, новых групп, а потом, заинтересовавшись этим, сами все нашли, вот, расслушали и жили бы уже с другим качеством жизни, вот, улучшенным, я бы сказал так. Итак, слушаем Big Big Train, а потом будем разговаривать. Песенка называется, то есть альбомчик у них называется The Second Brightest Star, 2017 же года тоже. Ну, вторая яркая звезда переводится. А произведение коротенькое, инструментальное, называется Haymaking, или Синокос, 3 минуты 23 секунды. Вот такое произведение, в меру коротенькое, но вполне себе емкое и вполне себе такое, так сказать, цельное. Ну, пора, настал момент говорить слова всяческие, как уже по вновь утвержденному плану, как говорится, Сережа. Но, честно говоря, произведения разноплановые очень. Да, Я не совсем понимаю, почему ты их в одну цепочку соединил. Потому что первое такое, если вспомнить мою первую реакцию, то такое вау-вау-вау, да, скажем так. Вот, первое произведение мне напомнило чем-то даже композиционно «The Who, Tommy», например, да.
А, то есть мне показали. И, кстати, Jesus Christ Superstar, между прочим. То есть там есть какие-то моменты рок-оперы. А, то есть я вот когда это слушал, я подумал, что это какие-то готовые истории сценически-голливудские, да, скажем так. А, и звуки оттуда, и партии оттуда, да, достаточно сложные. Я... Ты знаешь, вот подумал, какая целевая аудитория у всей этой истории, учитывая массовое оболванивание людей такими, как я, профессионалами, понимаешь? Вот. Не надо мне, так да, говорить. Мне надо так говорить. Мне надо... После последнего твоего, извини, Сережа, пожалуйста, я все-таки скажу. После того, как Анатолий Кальварский получил первую премию, я это видел, а в жюри сидел наш общий друг Женя Дятлов, ты первое место, и ты выступал просто великолепно, понимаешь? У меня аж мурашки по всему телу. Другой бы спорил, я не стану. Вот. Знаешь, это было потрясающе. Лучшая похвала, когда я приехал, и мне мои коллеги по Петербург-концерту, у нас такая певица есть, Наташа Сорокина, которая меня в коридоре схватила за руку и говорит: «Рогожин, ты монстр!» Говорит, ну ты монстр, говорит, мало того, что спел такую песню сложную, тесситурную, но, говорит, уже все и так уже сидят, уже, говорит, ну все, уже просто уже все влажные во всех местах, говорит, просто уже до самого... И вдруг еще в конце, говорит, засандалил такую ноту, что там... А ты помнишь, как... был в составе «Охот романтических их» или нет? Я присутствовал при всем этом, и в одно время даже был, даже вместо Кондрашкина я был. Ты помнишь, какие мы там ноты сандалили? Я помню, Мурзик там был, Матковский. Подумал, что Дима Матковский, слушая бы всю эту музыку, он бы сильно обрадовался, потому что это абсолютно его формат. Надо его позвать. И это такая история интересной, развивающей, интеллектуальной музыки, которая позволяет вместе думать, идти вслед за авторами по каким-то музыкальным ходам. Она непредсказуема. Это не значит, что ты выучил какой-то... Ладно, не буду неэфирный, слава говорить, куплет с припевом. И ты бесконечно вот эту жвачку будешь у себя в голове повторять. Это не очень интересно. Вот раз уж ты затронул, да, то есть моя история была, почему я, собственно, ушел в романсы. Потому что это был мой другой способ общения с публикой. И он мне оказался, то есть мне уж лучше этот декаданс, понимаешь, чем цвет настроения синий, да простит меня Филипп Бедросович, вот, и вообще, что мы, кстати, эту фразу произносим здесь. Понимаешь, я когда услышал первый раз эту песню, у меня был такой когнитивный диссонанс, такой ступор, я думал, ну как может быть внутри мартини, а в руках бикини? То есть это какое количество мартини должно быть внутри, чтобы снять с себя трусы и размахивать ими, танцуя на столе, понимаешь? Ну как эту песню еще? Ну хрен с ней, ладно. Вот, что касается того, что мы послушали, да, то есть вот эта вот история, она очень развивающая. Я единственное, что ты понимаешь, мне очень хочется верить в то, что и эта передача, да, в том числе, в которой мы все сейчас принимаем участие, благодаря тебе, слушай, благородное дело, кстати, очень. Я не знал, что ты этим занимаешься, но на самом деле... 7 лет уже. На самом деле, это, мне кажется, это очень круто. У меня есть вот такие вот сподвижники знакомые тоже. Был такой граф Хортица, Гарик такой, это самое, с Украины, но он где-то моих лет, может, постарше. Вот, вот он был в данном случае музыкальной энциклопедией. Он тоже делал такие очень интересные развивающие программы, в том числе и ретроспективные. Так вот, если будет аудитория, которая все-таки шагнет в эту сторону, да, в развивающую, послушать это, потому что, понимаешь, в чем дело? Есть очень большой пласт людей, слушателей, которые слушают очень разную музыку. Я вот сейчас вернулся со Славянского базара, да, в Витебске. Да, меня туда давно не приглашали, вот, но сейчас что-то вот, значит, пригласили. Я прошу прощения за такой там это самое уход в сторону некоторые. К чему я это веду? Я приехал жуть собачья. Значит, я прилетел из-за границы, где я там альбом сейчас тоже, значит, записываю. У меня был один день. Этот день у меня был на то, чтобы маму отправить в санаторий в Сестрорецк. И на следующий день я сел в поезд и поехал на Славянский базар. Ехали мы целый день. В 23 часа мы прибыли. Славянский базар идет бесконечно. То есть там не это самое. И у меня выход на сцену был в 3 часа 40 минут поутру, как бы сказать, да? То есть, выйдя на сцену, не знаешь, что говорить. Добрый вечер.
вечер или доброе утро. Полный зал при этом, да, то есть как бы все круто, все хорошо. На следующий день меня попытались припахать на репетицию творческого вечера композитора Александра Морозова, он же создатель группы «Форум». А вот, но я там сделал вид, что их бин больной, вот сказал, что там целый день надо, я в поезде, отстаньте вообще от меня, что там нету народа, который микрофон настроит. Я говорю, я буду спать. Но спать долго у меня не получилось, захотелось погулять по Витебску, по фестивальному я вышел. А перед этим я очень-очень-очень поздно в самой гостинице я позавтракал. Иду такой весь сытый, довольный, собственно, почти выспался. И вдруг я вижу, значит, такой классный паб, и там реклама, я ее аж выставил в этот самый, в Инстаграм и везде, в Фейсбук. Ну, какое белорусское блюдо, знаете? Галушки. Драники. Я их терпеть не могу, но в Беларуси я их ем, потому что их там умеют готовить. Вот они дико вкусные. И вдруг я вижу рекламу «Драники с жареными лисичками». Ну, вот, вот можно мимо этого пройти, скажите, пожалуйста, да? Невозможно. Я, значит, сфотографировался и думаю, я же сытый. И в меня эти драники нифига не полезут. Думаю, ладно, надо пойти погулять туда-сюда. Я вернулся в гостиницу, побрился, помылся, подготовился к концерту Морозова. И у меня остался там где-то час. Я думаю, пока добегу до этого паба, поем драники. То есть там на все про все где-то минут 40. Я туда прихожу, но я не засек один момент. Идет чемпионат мира по футболу. Там большие экраны, и этот паб весь забит народом, которые решили посмотреть чемпионат. То есть большие экраны, все, народу полно. Я такой захожу, днем там еще никого не было, понимаешь, а тут я захожу, и он весь забит просто. Я такой, значит, стою, и меня там люди узнают, которые, значит, там сидят, и подходит официантка и говорит, ну, что вы хотите? Я говорю, я хочу драников с лисичками жарить. Она говорит, Сергей, говорит, вы знаете, я вас... Вот вы видите, мест нету. Я говорю, вижу. Она говорит, я вас могу посадить только за барную стойку. Я говорю, сажайте. Вот она меня посадила. Представьте, эти драники я ел за барной стойкой. Тут же бармены готовят всем пиво, через мою голову передают. А я это сижу ем. К чему я веду? Значит, один молодой человек говорит мне, говорит, а я вас где-то видел, говорит, вы это самое. А бармен стоит и говорит, так это же аукцион. То есть, как бы, вопрос там, группа «Форум», да, там, заслуженный артист России. То есть, это вообще все не имеет никакого, я бы даже сказал, никакейшего значения. Ты знаешь, мне так приятно, когда люди узнают меня именно по группе «Аукцион», которых все остальное, как бы, не, остальное мимо них прошло, у них ментальность другая, понимаешь? То есть, то, чем я там занимался всем остальным, это все фигня собачья для них, потому что для них вот ментальность конкретная. Они меня помнят по крутейшей группе «Аукцион». И это очень здорово, понимаешь? То есть, я этим горжусь. То есть, это невероятно круто. И есть люди, которые «Аукцион» тот же, да, слушают до сих пор. Ну и так скажем, прямо между нами-то, ну музыка-то не так уж прям, чтобы совсем два куплета, три прихлопа, один припев, да, то есть как бы вот это, там же все достаточно интересно тоже, да, то есть это понятно, что это разные сегменты, разные форматы, просто я к чему это говорю, я очень надеюсь, что формат людей, формат слушателей, которые слушают не банальную, да, не тривиальную музыку, он в какой-то момент будет расширяться, потому что я помню момент, когда одно время повылезали уже такие очень-очень плохие копии группы «Форум», когда уже там всякие «Миражи», «Фигажи», там уже всякие там «Рома Жуков», там еще какие-то люди, какие-то странные персонажи, закончилось все просто таким мешком с картошкой под названием «Ласковый май», да, который уже там прибил всех окончательно. И когда уже народ от этого стало конкретно тошнить, то есть когда перекормили таким уже, ну просто таким уже, ну я не знаю, под плинтусным примитивом, понимаешь, вдруг с неожиданной вот этой силой снова вылез там вплоть до хэви-метала, понимаешь? Но это, знаешь, это из серии «Если это эротика, дайте мне порнографию». Вот. То есть как бы народ вот это все уже послушал, уже вот так вот уже все, дайте что-нибудь другое. Вот может быть вот это желание глотка свежего воздуха, оно должно сработать после того, когда народ переест дуста какого-то. Сережа, оно работает. Извини, что совсем не закончил тебе до конца. Я уже все, я уже смотри, во-первых, время перебрал, смотри, микрофон, дайте смотри, значит, наша программа, смотри, раз, да, программа о русском роке, ну да, ну вот да. Вот это тут, то, что ты сейчас да-да-да, это народ не понимает, что это, ты мне это не важно, это не важно, это между они собой. Они слышат только смотри. В этот момент да-да-да-да-да.
Это тебе привет просили передать. Спасибо большое. С Крыма, между прочим. Это девушка, которая здесь на этом месте сидит обычно. Из группы Тибидаба. Коллега, да. Все, просят завершить, потому что ты там, наверное, жутко слышишь. Вот, да. Но это была песня женщины из гитары. Понимаешь, ты говоришь, слушают. Слушают. В Крыму слушают. В машине слушают, везде слушают. Вот, теперь мы, дорогие наши девушки, если что-то прям очень хочется сказать, прям не имется, пожалуйста, скажите, и перед тем, как мы будем слушать следующую композицию. Можно не говорить ничего? Серега настолько грамотно... Нет уж, не надо говорить, а то я не буду больше говорить. Не надо. Да. У меня, я перебрал. У меня один такой момент, который обратил свое внимание, мое внимание на себя, что в группе, в предыдущей композиции, во второй, был мультиинструменталист, который при этом пел, и очень такой, я согласна, вот я тоже подумала сразу про Иисус Христос суперзвезду, и я еще подумала, что потом, когда началась импровизация гитарная, такой Джордж Бенсон какой-то проснулся в нем в этот момент, такой очень развитый такой многофункциональный вокал, а потом в группе, в следующей композиции, где было 5 вокалистов, они дали обет молчания, и сыграли инструментальную композицию. В общем, такой интересный контраст вот получился. Я так и решил сделать поинтереснее, понимаешь? Потому что у них есть 25-минутная вещь, 17-минутная вещь. Ну, отрывать кусками, частями, ее совершенно все испортится. Поэтому я выбрал коротенькую вещь, где заинтересовать. Захотите расслушать, милости просим. Мариночка, что-нибудь есть сказать? Ну да, очень приятная первая композиция. Естественно, очень круто, когда ломается ритм бесконечно. Вот. Но мне больше вторая композиция понравилась, потому что там есть скрипки и клавиши. Окей. Итак, дорогие друзья, мы с вами теперь приступим к коллективу, к замечательному совершенно, в котором присутствует Нил Морс, который был в группе Spoxbeard, который ее сделал, потом ушел от нее, потом... Они вдвоем с Майком Портным, Майк Портной — это барабанщик группы Dream Theater, создали коллектив под названием Transatlantic и пригласили туда Ройна Столта, лидера группы The Flower Kings, и также, можно сказать, тоже лидера бас-гитариста группы Marillion, Пита Тревойса. Итак, супергруппа, суперколлектив под названием Transatlantic. Это их 4-й альбом под названием Калейдоскоп 2014 года. Произведение у нас будет называться Black as the Sky, черный как небо. Идет оно 6 минут 45 секунд. We'll be right back.
Вот такая музычка. Сереженька, милости просим. Нет, я буду краток сейчас, а то я это самое, сейчас как начну опять по тарелке размазывать. Слушай, я вот послушал, я понял, что уже есть один формат и одно направление, которое мы сегодня слушаем, и оно очень перекликается друг с другом. Произведения. В этом я могу отметить, как ни странно, да, то есть это не касается музыки, но я же вокалист прежде всего, да, я слышу какие-то вокальные ходы, пачки, которые звучат там и так далее. Мне почему-то это напомнило Electric Light Orchestra, то есть не поверишь, да, то есть как они бы, это вот, любят. Да, я вот это как бы послушал, и мне почему-то это вот показалось таким приветом оттуда, да. Все остальное, что прозвучало, оно в целом вот из того формата и из той музыки, которую мы сегодня уже послушали. Сейчас все. Отлично, да. Будем развивать и продолжать, и углубим это все. Даша. Ну, я бы назвала, наверное, эту композицию таким траволатором из 80-х 2010-х, потому что чувствуется, что объединились музыканты разного возраста, из разных проектов, которые поиграли разные направления рока, и можно отследить какие-то элементы, характерные молодец для разных десятилетий. Вот прям в точку. Вот. Ну и по общему впечатлению такая энергичная композиция, чему, конечно, очень способствует, по-моему, очень сложная ударная партия. Я не в этом не специалист, но такая обращающая на себя внимание, но при этом не нарушает такого любимого мною состояния задумчивости. Можно не улететь в космос, но при этом и не выпасть из своих мыслей. Круто, молодец, здорово излагаешь. На самом деле правильно заметила по поводу барабанной партии, потому что действительно очень интересная барабанная партия, которая, мне кажется, вокруг барабанной партии все инструменты и крутятся. Вот, потому что в основном-то партии такие простые, ну, без всяких там выпендронов, а вот в барабанной партии есть какие-то фишечки интересные, так что да, барабанная партия это... Не случайно же человек попал самым молодым, 36 лет, в зал рок-н-ролльной славы и считается одним из самых ярких барабанщиков современности, а им переигравший более чем в 40 проектах и оставивший огромное наследие. Вот. Ну, не оставшие, он еще в полной боевой готовности. Сейчас новый Нил Морс, сейчас новый проект у него Sons of Apollo. Потом еще у него есть Winery Dogs проект. Ну и много-много других. Майк Портной — это отдельная история. Теперь, дорогие друзья, мы переходим опять-таки. Нил Морс у нас с его группой Нил Морс Бэнд. Мой любимейший альбом совершенно мы сейчас затронем, который называется The Simulator of a Dream. Подобие мечты. Вышел он в 2016 году и считается лучшим, ну, по, так сказать, признанию прогрессивных журналов, прогрессивных сайтов, так сказать, прок-сообщества, считается лучшим альбомом 2016 года. Это двойной альбом, не в пику Dream Theater, который тоже в это же время, например, выпустили двойной альбом и концептуальный, там и все такое. Этот альбом тоже концептуальный, у него единое, как бы, так сказать, целое, я не буду вас грузить о чем, он обо всем на свете. Глубокий, философский, офигенский, совершенно высокого уровня, высочайшего уровня, просто там лирика и все такое. Альбом на все случаи жизни, на все, так сказать, колоры, скажем так, колориты человеческой души, на все состояния человеческие, вот так вот, на большинство из них, скажем так. В общем, он, на мой взгляд, должен понравиться очень широкому кругу людей. А сейчас я выбрал песню, ну просто Beatles песня. Ну, зато такой замечательный Beatles. Итак, песня называется, она пойдет, Лерочка, 5А у нас будет, а потом 5Б и С в сцепочке пойдут. Итак, я, поскольку... Это длинное-длинное полотно. Я постарался повыдергивать так, чтобы не было эффекта разрушения этого полотна. Эту песенку, которую мы сейчас будем слушать, вычленить было можно. Называется она «The Ways of a Fool», ну или «Пути неудачника» или «Дурачка». 6 минут 48 секунд. Straight ahead, wandering in the way I wander, my feet are feeling fine. What's that up ahead? Someone coming up the way. He is a worldly man.
the truth. Why not make it what you want? I'm a successful man. My offer is easy. You can measure reality, make up morality, legal legality, sing it tonight. All the ways of a fool, they are right in his own.
your soul to come to. Out of my way, you are my prey. Come with me and you will surely die, die. Tempt me. You are out, but I've got plenty. You are bleeding, not succeeding. I am ever reaching for the sky. Die. Волшебная нить Ариадны. Программа о прогрессивной музыке. Да, ну, я попросил, на самом деле, Леру отделить там, где Ways of the Fool песенка. Ну, ничего, она меня немножко не услышала. Нет, не поняла. И у нас слепилось три вещи в одну. Ничего страшного. Дело в том, что это окончание вот этого двух с половиной... Ну, короче, 250 минут. Ой, 150 минут идет альбом, 2 часа с половиной часа, 2 с половиной часа. И вот это тут лейтмотивом прошли все как бы ключевые мелодии из этого полотна огромного. Вот, это как бы концовка была такая, вот такая вот, прям, ну там еще есть ряд, то есть не совсем-совсем концовка, но ближе к концу альбом завершался. Мы оттуда вот надергали вот эти части. Я всем очень рекомендую альбом Similitude of a Dream, 2016 год, Neil Morse Band. Здесь Майк Портной опять-таки играет. Вот такая вот музыка у них получилась, на мой взгляд, великолепная.
Да. Кто что скажет? Ты знаешь, я вот сидел, слушал, понял, что для меня немножко too much. То есть такое пестро для меня, очень пестро. Может быть, потому что мы... Вырезали из контекста. Да, может быть, поэтому. Потому что очень яркие куски. Что касается музыки, она очень полифонична и непроста. И, конечно, все три куска отличаются. В первом это, безусловно, снова, если брать музыку, то это снова все вертится вокруг барабанов, которые совсем-совсем не с простым рисунком и не с традиционным, скажем так, да, не с банальным. Но я, опять же, боже мой, кто у нас? Человек, который нас пригласил на передачу, не выключил телефон. Ты уволен. Да. А вот, значит... А что, ну, я вообще рассуждаю как вокалист. Да ладно, будешь нам должен пиво, поставишь все, что там, простите. Рассуждаю как вокалист, а не как инструменталист, да? То есть, особенно первое произведение, да, вот из трех, которые мы слышали, я поймал себя на том, что это такой, знаешь, рафинированный вокал, но он немножечко фригидный такой. То есть, как бы слушаешь, и в музыке и так настолько много эмоций, что в вокале вот этих вот дополнительных эротических всхлипов Майкла Джексона как бы и не надо. То есть, он такой прямой, как дрын, абсолютно неэмоциональный. Он очень точно спет, очень аккуратно. Я бы сказал, что там нету никаких таких вот особенностей каких-то, знаешь, это вот как поют музыканты, бывает такое, да? Так это же барабанщик вот, поет, да, Майк Портной. Да, то есть музыкант, вот я могу аналог такой привести, может быть, он не очень удачный, но для меня, например, вот для меня так поет Леонид Агутин. Поскольку он музыкант и аранжировщик, то есть я его не считаю большим вокалистом. Он поет аккуратненько, он поет очень точно, как будто это сольфеджио, но он использует голос как еще один дополнительный инструмент в аранжировке. Понимаешь, то есть для меня это так вот звучит. Два остальных произведения, это было скорее то, что у нас называют и так любят актерское пение. Да? То есть это тоже, опять же, не тот вокал, который там сибемоль с жилами на лбу, то есть не Паваротти. Вот, и не какие-то там изыски, которые там микстик, фальцетик, там все эти переходики, там морданчики, знаете, как это все у нас у вокалистов бывает. Вот, а тут такое все откровенное, правда, более эмоциональное, я бы сказал, потому что более театрализованное, и снова для меня это несколько ушло в, скажем, в жанр рок-оперы, да, то есть очень-очень близко, я там и Queen уже услышал, и там много-много всего, то есть более эмоционально. Вот, ну вот как-то так, может быть, очень сумбурно, но мне показалось, вот, что там так надо. Там пестрый ковер из всех как бы песен, это такой прием известный, опять-таки, в 70-х годах, когда в конце пропеваются мелодические линии, как правило, всего альбома. Вот здесь вот так, но вот тут набрано. Ну, это не они придумали. Естественно, не они, только я... И в жанре оперы такой им честь и хвала, что они это охраняют, они поддерживают этот огонек, понимаешь? Ну, есть как сонатная форма, скажем так. Да. Они поддерживают этот костер. Вот за это им честь и хвала, что они сами это безумно любят и как бы втягивают в этот оборот людей, как бы очищают их души ни много ни мало. Вот. И плюс еще хотелось бы что сказать. Я заметил в песне «Ways of a Fool» легкую иронию. Ведь Майк Портной, у него в 2010 году реально по жизни слом карьеры произошел. Он расстался с супер-пупер группой Dream Theater. То ли он ушел сам, то ли его оттуда ушли. Это до сих пор как бы не расшифровано никем. Точного ответа на этот вопрос нету. И вот он поет про пути дурачка-неудачника, что вот, мол, так сказать, плюс... Ну, группа «Аукцион» после моего ухода тоже записала альбом «Как я стал предателем». Ну, что ж теперь-то? Ну, да. Но, тем не менее, вот он самоиронично... Тоже такая легкая ирония была просто. Самоиронично, видишь, пути неудачника там, да, или дурачка. Вот. Ну, в общем, короче, это об этом альбоме это отдельная история. Он великолепен. Я его... У Нила Морса 8 или 9 альбомов проговых, вот, это тот, они сейчас записали
выйдет в 19 году, совсем-совсем свежак, вот. А до этого все его проговые альбомы — это маленькие шедевры. Но этот вот, это квинтэссенция вот и всех его альбомов. Там шедеврище. Шедеврище, да. Его надо слушать, конечно же, целиком, и, конечно же, не бегало так, не на скаку. Теперь, перед тем, как дать слово нашим замечательным девушкам, я хочу предложить вам, я, так сказать, с запасом программку делаю, ну а мне выкидывать отсюда все, что там пальчики от рук отрезать, да, не хочется. Вот если вы не устали, мы можем всю программу сегодня осилить. Отрезаю от ног. И от ног тоже не хочется. Ниоткуда ничего не хочется отрезать. Вот. Заметь, я молчу. Окей. Значит, давайте все-таки мы, Лера, дожмем нашу программу все-таки до конца. Окей, идем по вновь утвержденному плану, как говорил один персонаж. Это же не скажи, пожалуйста. Нас, да. Из этой трилогии первая композиция, мне кажется, особенно основная тема написана под большим впечатлением от Эленор Ригби, прям да. В теме, просто вот почти цитата. И, конечно, подобно тому, как создался уже во многом благодаря Битлз такой характерный британский музыкальный стиль, так и есть такой вот уже характерный жанр британской комедии. Вот мне кажется, эта композиция прекрасно подошла бы в качестве главного саундтрека к любой такой классической британской комедии, начиная с 90-х годов снятой. Вот такое впечатление создалось. Британцев там ноль. Ну вот, я к тому, что, учитывая отсыл к все-таки битловскому такому звучанию, я имею в виду, что вот... Кстати, извини, пожалуйста, перебью. Я смотрел на видео, но это, конечно, надо видеть, ребята. Найдите, вы не пожалеете. Сидит Майк Портной и Нил Морс. Вот эти ребята, которые нам сейчас музыку играли, да? И по первым долям секунды они угадывают все-все-все альбомы, все-все-все песни Битлз им ставят. И они тут же их угадывают. Не по секунде, не по полсекунде, а по какой-то сотой секунде они говорят, опа, это. Ну, такая игра у них была. Минут пять. Практически без ошибок. Это фантастика какая-то была. Вот что и сказалось на их стиле игры, поэтому я говорю, так много британского. У них, между прочим, есть группа, которая называется Custard Magic. Custard Magic, вот так она называется. Они выпустили два альбома концертных, сделали два концерта, состоящие целиком из песен Битлз. Один 2003 года, они сыграли 40 произведений. Вот. А на гитаре, между прочим, у них играл никто иной, как дабы памяти из Мистера Бига гитарист Пол Гилберт. Сумасшедший металлический виртуоз, вот он играл с ними в этом Custard Magic. Вот. И еще в 2011 году они повторили, уже другие вещи взяли и тоже выпустили. Это и видео, и аудио есть. Потрясающе они играют Битлз, просто фантастика. Вот, Марианна, ты у нас осталась? Да, очень сложные технические произведения, как технически, так и эмоционально. Но, несмотря на это, слышно, вот как музыканты с удовольствием исполняют это произведение. Молодец. Ну да, это так и есть. Ну что, друзья, немножечко тяжелой музыки вам предлагается. Есть такой бас-гитарист, Сережа, тебе он должен быть известен, зовут его Тони Левин. Ну да. Вот, и Майк Портной вездесущий, в 1999 году играющий, значит, в Dream Theater, также еще создавший группу Transatlantic, она берет свое начало как раз с 97-98 года, создает еще один проект, который называется Liquid Tension Experiment, приглашает туда Тони Левина и половиночку музыкантов из Dream Theater, Джона Петруччи, вот, и Джордана Рудеса. И называется это все Liquid Tension Experiment. Первая пластиночка в 97 году вышла, а Liquid Tension Experiment 2, второй, вышел в 1999. Вот. И я предлагаю вам оттуда вещь послушать, чтобы сменить немножечко пластинку, чтобы немножко в другой стиль перейти, который прогрессив метал будет называться. Инструментальная композиция называется Acid Rain, кислотный дождь, 6 минут 35 секунд. We'll be right back.
такая концовочка была. Неожиданная. Вот такое произведение. Ну, давайте обсудим его. Потом я дальше расскажу, что будет. Я на самом деле никогда не любил Hard and Heavy, если честно. А для меня было тяжеловато. Но сейчас я послушал с интересом, потому что затейливо очень это не... Хотя все элементы Hard and Heavy здесь присутствовали, и гитарные рифы запоминающиеся, которые там проходили в течение всего произведения. Они же там, допустим, гитарные рифы в терцию какие-то там дошли, там что-то так, такой типичный ход, как бы традиционный. Цепелиновский такой. Да-да-да. Плюс, значит, запилы, опять же, да, кроме рифов там и прочее. Но при этом, при всем это было затейливо, композиционно, не скучно, да. То есть это было интересно слушать, я послушал с интересом, да. Ура-ура. У меня две фразы. Я бы назвала лично для себя это таким кофеином для ушей. После вот этих всех полубалладных сочетаний, всего такого, вот так, чтобы взбодриться. И второе, что вот тоже не являюсь поклонницей тяжелого рока, но, наверное, это та степень, которую я готова воспринимать, и которая для меня еще является пока музыкой, а не каким-то отдельным видом вообще существования музыкантов, не характерных для меня. Мне понравилось. Ура-ура. Техническое произведение, которое великолепно сыграно. Мне нравится, что она с драйвом. Я помню, в 99-м году, как только это вышло, я как раз работал в музыкальном магазине, продавал компакт-диски. И наш менеджер пришел, принес, говорит, вот новинка вышла, послушайте. Меня как вот так вот, я как встал так вот, эти 5 минут пролетели, когда секунда. И я потом на таком энтузиазме, там штук 100 дисков потом понапродавал сразу на эмоции. Ну, в общем, меня тогда просто это сразило, это произведение просто наповал. Когда он только что вышло. Ну и сейчас я слушаю, да, и приятно ностальгирую. На самом деле это 20 лет назад сделано, на самом деле. Вот, ни много, ни мало, почти. Так что вот так это все. Настоящая, она живучая история, когда это все по-настоящему. А теперь, дорогие друзья, снова новый проект, где встретились Майк Портной и Нил Морс. Опять такая у них история произошла. К ним присоединился гитарист, который нынче играет в группе Deep Purple, Стив Морс. А также бас-гитарист Дэйв Лерю, с которым Стив Морс когда-то играл в группе Dixie Drags. Вот такая вот получилась. Ну и Майк Портной, и Нил Морс, и, соответственно, Стив Морс, Дэйв Лерю. И как только эта группа появилась на свет, принял в ней участие 21-летний вокалист Кейси Макферсон, который сейчас безумно востребован, совершенно здорово поет, молодой парень. Я хочу вам предложить произведение. Оно из этой нашей сегодня программы самое, на мой взгляд, простое. Хотя здесь совсем-совсем простых нету. Вот. Оно тоже с подковыкой, так сказать, тоже с, как бы, с посылом, с внутренним каким-то таким, тоже с эмоцией, с такой, с хорошей. Вот. С душой, соответственно. Ну, не тру-ля-ля. Вот. Итак, Flying Colors называется коллектив. «Летающие цвета» переводятся. Это их второй на сегодняшний день альбом. «Second Nature» называется. Он, ну, отчасти кивок в сторону того, что он второй. И дословно переводить так «вторая натура» или «вторая природа», как кто для себя сочтет нужным. В 2014 году он вышел, этот альбом. И песенка будет называться «The Fury of My Love». 5 минут 12 секунд. «Ярость моей любви». Our love's intensity.
never go halfway. For me it's all or everything. There's just no living in between. And somewhere in the back of my mind, I can't seem to leave you behind. Baby, don't worry. Такое произведение. Ну, начинаем. Ну, наконец-то прозвучало произведение с куплетно-припевной формой. Не то, не совсем. Хотя, ну, бриджик был небольшой, да, третья часть. Но на самом деле абсолютно четкая куплетно-припевная форма. Причем с очень красивой, запоминающейся мелодией. Это тот вариант, когда песню хочется подпеть, когда ты ее сидишь, слушаешь. Которая ложится легко на ухо и... А при этом при всем звучит не банально. Хотел бы особо отметить вокалиста, у которого очень чувственный вокал, невероятно приятный мужской вокал. При этом при всем есть такая классика, вот я себе позволю некую вольность, я надеюсь, нетолерантную, на меня никто не обидится. Это как если бы спел Элтон Джон, не будучи геем, понимаешь? То есть, вот если вот, то есть это просто такой классический, красивый мужской вокал, чувственный.
но в то же время очень мужской, очень приятный и с богатой нюансировкой, я бы сказал, да, то есть с какими-то переходными ноточками, с какими-то там с микстовыми, ну, здорово, человек владеет. Вот, не случайно его в свой новый проект взял Rolling Stone. Вот совершенно недели две назад вышла пластинка, называется The Three Within. Это его новый проект с офигенными как музыкантами. Как мальчика зовут? Кейси Макферсон. Кейси Макферсон. У него своя группа есть, да. Кейси Макферсон. Надо вот. Послушать. В двух альбомах Flying Colors он, значит, написал материал, половину Нил Морс. Вот они, так сказать, они все на него вот так вот, так сказать. Да там много молодых талантливых. Эрик Джилет, например, который в Нил Морс Бэнд на гитаре, на клавишах играет и поет. Вообще шикарный совершенно. Ну, там все в порядке там, короче, с искусством, слава богу. Вот, что нам Наташенька скажет? Ну, я думаю, что вот после того, как попробуешь разные блюда высокой кухни, потом встречаешься с друзьями, и вы разжигаете костер и печете в зале картошку. Да ладно, по пивку. И вот такая вот это не суфле из какого-нибудь картофеля, с какого-нибудь склона, а вот простая картошка в зале, ну, она роднее, своя рубашка ближе к телу, и действительно эту песню хочется и подпеть, и, может быть, перепеть как-то тем, кто поет, и... Поразительно зрелый вокал для такого молодого исполнителя, и неудивительно, что он так востребован, потому что это, с одной стороны, очень актуально, вот именно о вопросах сегодняшнего дня, но и в то же время достаточно ретроспективно, да. Да, и уже, можно сказать, классически для данного жанра. Ну, в общем, я думаю, что тут вокал вообще делает эту композицию. Ну вот, видите, как замечательно и славно. Марьяна, что скажешь? Безумно красивая композиция, как глоток свежего воздуха после той жары, которую мы слушали до этого. Понятненько. Ну, друзья мои, у нас завершающая композиция, но все-таки мне хотелось бы, мы ее тоже обсудили. Не мог я уйти без песни, которую я лично играю кавер уже давно. Зайка моя? Да, именно она. Вот. Пытаюсь своих учеников, которые подают большие надежды, чтобы они тоже делали барабанный кавер на эту вещь. Вот. Эта вещь на самом деле классическая. Эта группа, назову ее, одна из моих любимых, группа называется ACT. Это шведский коллектив, мы ее практически каждую программу слушаем. Вот. Но на мой взгляд это шедевр. Шедевр. И не только на мой взгляд, просто они 8 лет бездействовали, выдали альбом в 2006 году, а следующий альбом вышел только в 2014. Вот. То есть, ну, 8 лет люди ничего не делали, и до сих пор на концертах эту песню поет толпа хором. Называется она «Манипулятор» с альбома «Last Epic», группа «Акт» из Швеции. Идет она 6 минут 13 секунд. Лера, запускай. You see your eyes, they'll be open. You see your
такое сегодня получилось у нас музыкальное волшебство. Ну что, подводим краткий итог и прощаемся с вами. Слушайте, ну последнее произведение, это просто охренеть можно. Вот такая, знаешь, сразу видеоряд очень ассоциативный, просто навязан с какой-то каруселью, которая то несется, то с какими-то стоп-таймами, то с какими-то зависами. То есть такая она немножко поломанная, да, и все время меняющая и ритм, и направление, и она то в одну сторону крутится, то в другую, и там какой-нибудь слепой шарманщик, который вдруг эту шарманку заводит, вот, и, но она очень непростая, да, то есть такая, я бы сказал, фантасмагорическая музыка намешанная. От этого она не становится менее интересной, конечно, даже наоборот. Такая музыка, я бы сказал, немного детективная, да, то есть такая с сумасшедшенкой, такая немножко из Склифосовского, вот, но она совсем-совсем непростая, она такая даже несколько психоделическая, я бы сказал, то есть в ней есть, нету, она, это максимальный уход от монотонии, если можно так, да, выразиться, то есть если они хотели уйти от монотонии и поставили себе такую задачу, они более чем справились. Отлично, отлично, у нас сегодня прекрасные, прекрасные совершенно люди, ура, вот всегда бы такие были. Ну, такие остроумные скандинавы, которые в очередной раз порадовали качеством музыкального материала и оригинальностью таких идей. Мне приятно такое слышать, потому что вот не просто такие вышли музыканты, вот мы так рубим там, а вот, вот какими-то вот этими неожиданными мульками, которые действительно сразу ложатся на какие-то идеи, может быть, режиссерские, рождают режиссерские идеи, это очень здорово. Я думаю, что в этом и есть основная фишка вообще прогрессивного рока. Ура, правильно все, не мне добавить вообще нечего. Очень крутая группа, потому что, во-первых, сложно технически играют. Помимо этого, идейные очень. И я вот как раз хотела услышать Сергея Львовича по поводу вокала. Что вы скажете по поводу вокала? Вокал интересный. Интересный, очень, да? Вокал интересный. Они мне напомнили, я вот все, особенно начало, вот это вкрадчивое. Это, почему я сказал типично шведский? Потому что есть еще финны, которые как бы... Расмус. Расмус, да. Вот мои они любимые. Сразу, я только, да, я только начало вот это вкрадчивое куплеты, я подумал, как похоже на мальчика из Расмуса. Потом, конечно, он ушел от этой манеры, да, но вот начало типичное скандинавское такое, да, такое вот ракешно-скандинавское. Хим, Расмус, вот эти вот все дела, да. Не, вокал кайфовый, что тут... Три вокала. Поэтому просто... они это сыть в разной манере, да. Очень круто. Ну, дорогие друзья, спасибо, что вы наш марафон музыкальный выдержали. Спасибо большое нашим дорогим гостям. Наталья Клещенок из «Феникс», все время здесь «Акапелла Проджект», да. Сергей Львович Рогожин, замечательный наш заслуженный артист России. Вот, спасибо тебе большое, Сереж, что ты пришел. Я люблю тебя безумно. Да. Как ты мне пожимаешь руку. Все счастливы просто, что ты пришел. Ура-ура. Вот, спасибо за твое компетентнейшее мнение. И что характерно, я помалкиваю, но я с каждым запятой согласен с тобой. Вот. Спасибо тебе большое. Вот, ты абсолютно верно. Пока ты говоришь, девчонки нарезают салатик, Даша разливает уже все. Сейчас мы сейчас все закончим. И также, значит, Марьяна Понцагина с ее замечательной совершенно игрой в коллективе Take Me Far Away и барабанщица группы Тиби Даба, которая хоть и помолчала, вот, но... С удовольствием послушала. Послушала музыку, наконец, вот, погрузилась в нее, послушала по-настоящему авторитетные мнения, вот, кое в чем укрепилась, кое в чем убедилась. А может, в чем-то была не согласна, но промолчала, это тоже ее право. Может быть и такое. Вот. Спасибо, дорогие друзья, спасибо за внимание, до новых встреч, до следующего вторника, до свидания. Radio Imagine. 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 Hi. I got a tape I want to play.